Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Подмосковье 15 мая. Своеобразным рекордсменом стал Большевиземский музей-заповедник Пушкина. В усадьбах Захарова и Большие Веземы в ночь с 15 на 16 мая побывало около 7,5 тысяч человек. Мероприятия акции прошли и в других музеях округа. Например, в Одинцовском историко-краеведческом и Звенигородском историко-архитектурном и художественном музеях.